претендента на выход в суперфинал. Екатерина Проходцева, Еврейская автономная область, и представительница Приморского края Люси. Внимание на экран. Екатерина Проходцева, 28,4%. И Люси, 40%. Мы тебя поздравляем, Люси. Поздравляем, ребят. Люси, Регина, вы в финале. Все финалисты названы, и теперь только телезрители смогут решить судьбу 14 участников проекта «Новая звезда».